субботу в Самарской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла, ночью 12-14 выше 0. Ветер преимущественно северо-западного направления 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 20, ночью 13 градусов выше 0. Ветер северо-западного направления 7 метров в секунду. В Самаре ясно, в дневное время плюс 20, ночью 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 35%, геомагнитное поле слабое возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.